Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий, и мы продолжаем проходить Resident Evil 2 ремейк, компанию Зелёна Кеннеди, уровень сложности хардкор. И как мы помним, Леона у нас ранили, вот он лежит без сознания, нам дали поуправлять Адой, вот. И в бегах от Тирана мы забрались вот такую штуку. Нам нужно запустить мусоросжигатель, получается. Вот. И найти Аннет. Так, давайте посмотрим, что вот это за дверь. И что-то с электричеством связано. Пока ничего нам не сделать. Вот. Давайте подойдем к главному пульту. Там можно было дернуть за рычаг. Но мы в прошлой серии не стали этого делать. Так, отлично, открылись двери. Давайте сходим посмотрим, что там интересного. Тиран, конечно, блин, приставучий оказался. Даже здесь он нас достал. Так, здесь завалено, да? И у меня такое предположение, что он на протяжении всей игры, ну, оставшейся игры, будет нас преследовать. ID-браслет мы взяли. О! Браво! Сожжешь меня заживо? Тебе никогда не заполучить G-вирус. Я не единственный, кто его ищет. И ты прекрасно об этом знаешь. Значит, умрешь не одна. Воу-воу-воу-воу-воу! Что? Куда нажимать-то? Что мне делать надо? Так. Тут переключатель какой-то. Блин, у нас всего 40 секунд. Есть. Отлично. Так. Давайте-ка. Что у нас здесь? Куда этот провод ведет? Здесь можно как-то... О! Отлично. А там что? Не работает, да? Давайте-ка. Одиннадцать секунд. Быстрей, 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 быстрей! Ну же, Ада, время на исходе. Бегом, 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 бегом! Эта стерва знает, что делает. Фу. Просто. На долях секунды мы это сделали. Жесть. Давайте посмотрим. ID-браслет. Электронный ключ в виде браслета. Сейчас в него вставлен чип с уровнем доступа посетитель. Угу. Значит, чипы можно будет менять, да, получается? Окей. Хорошо, что мы в прошлый раз сохранились. Если бы сгорели ненароком, пришлось бы проходить ого-го сколько. Уровень доступа посетителя. Ваша ID действительно до даты 1 октября. Вернитесь до истечения срока действия. Не дождешься. Окей. Так. Что-то ходов сюда, ходы. Давайте просто взглянем. Взглянем, куда нас поведет это. А! Понятно, это вот секретная потайная дверь, в которую зашла Аннет. Это стеночка, которая отодвигалась. Нам остается только сюда идти.
Так. Там у нас водище. Какой-то типа мост, что ли? Да, получается. Там какая-то рубка. Хватит играть в кошки-мышки. Игра окончена. Вы проиграли. Скажите, ваш муж еще жив? Или вы убили его, чтобы получить лавры за G-вирус? Любопытная теория. Если вы не будете сотрудничать, возьму образец из Nest. Только через мой труп. О, черт. Где Леон, когда он так нужен? Надо. Ада? Ада? Чтоб тебя. Найдите Аду. Ну что, нам... Ада? Где ты? Ну что, нам, похоже, надо спасать девушку. Так, окей. Сюда мы не пройдем, да, наверное? Да. Мы отсюда пришли. Вот. Так, что у нас вообще? Я не помню. 14 патронов от пистолета и 6 патронов от ружья. Опа. Лестница сломана. А кто сломал лестницу? Вроде когда мы забирали же, было все нормально. Когда за Аду играли. Странно. Ну, только лифт, да, остается. Ну, давайте. К лифту подойдем. Так, окей. Тут у нас зомбари должны шариться. А, нет. Я что-то перепутал. Я перепутал. Заду, когда играли. Так, можно сохраниться, но делать этого не будем пока. Давайте уберем. Так, может патрончиков сделать, я вот думаю. У нас вон сколько пороха. Достать. Вот это вот достать. А эту оставим, да? Отлично, 16 патронов. Все, отлично. Ну что ж, давайте искать Аду. Так. Здесь какой-то большой мешок стоит. Непонятно с чем. Не пройти нам. Ох, снова прыгать в воду. Снова прыгать в какашки. Пипец. О, еще патроны, я вижу. Отлично. Это радует. Какой приятный запах.
Да. Ароматы ванили. Сладкой ваты, душман. О, прям стека. Тихо. Слышали? Я что-то. Что за звуки? Так, мотыльки здесь какие-то в канализации. Так, понятно, нам не пройти, да, сюда. Блин. Какая-то палка торчит, я думал, силуэт чей-то. Что-то поднапугался немножко. Так, два ответвления у нас. Давайте сюда сходим. Ага. Решетка. И патроны. Не зря пошли. Отлично. Так. Значит, сразу перезарядим все. Да, как я не люблю этих канализаций. Что случись, и по этой воде мы даже убежать нормально не сможем. Как бы быстро. Так, все завалено мусором. Окей. Хоть из воды выбрались. О! Вот это я помню из оригинала. Как раз вот показывали, вот эти вот, короче, чуваки пришли за G-вирусом. И Уильям воткнул, короче, себе G-вирус вот в тот момент, чтобы они не заполучили ее. И превратился вот в эту тварь, короче, всех порешал здесь. Видеокассета USS. Видеокассета найдена на теле спецназовца. Операция. Какая-то там операция, короче. Вот еще. Я надеюсь, они не встанут. А то, смотрите, они в шлеме. Голову, наверное, трудно будет прострелить. Так, зомбарь. Да. Ой. Ну падай, я тебя ножом зарежу. Отлично. Еще один зомбарь висит на трубе. Ой, чуть гранату не кинул. Добить решил гранатой. Лежать. Лежать. Все, сдох. Добили. Отлично. Вот еще один зомбарь. Вот он гуляет еще. Так и думал. Я так и думал. Не даем ему встать. Ногу отрезали. Отлично. Так, нам еще дверька, да? Блин. Ну, зачем? Зачем и почему так закрыто? Знаете, в челюсть прям сразу. Давайте его зарежем. А чё его? С одного выстрела замочили, что ли? Хм, прикольно. Так, закрыто. Чё-то все двери закрыты.
Деталь устройства. Ой. Куда у нас поднялся мост? Корпус этого штекера сделан в форме шахматной ладьи. Угу. Сюжетный предмет. Но нам идти-то некуда. В принципе. Давайте пока вставим обратно. Может, вместо него надо что-то будет вставить еще другое. Да умирай ты, тварь. Воу-воу-воу-воу. Прыгнул. Блин, вот тебе и ножик, а. Ну пипец. Есть. Ну хоть так добили. И то радует. Так. И ножик не взять опять. Вот эта фигня меня бесит просто. Закрыто. Так, ладно. Ну, у нас три гранатки, если что, есть. Чё, снова в воду? О, еще один ножик. Ха, один просрали, другой взяли. Отлично. Это прям такой новенький, чистенький. Еще никем не резан. Так, тут в мусоре у нас патронов нет. Окей. Ну, еще какое-то ответвление. Что-то лежит, да? А, нет. Показалось. Показалось. О! А, твою мать! Пипец, тут горы говна. Жесть. Блин, это нормально или нет? Взяли, скатились куда-то. Вообще, да. Картинка не из приятных. Вы слышите какие-то звуки? Так. Синяя травка, отлично. Тут не пройти. О! Это что? Что это было сейчас? Это жесть. Тварь была вот здесь. Вон такая же штука, да, плавает? Так, здесь у нас ворота. Ты что, глаз в нее? Блин, мне как-то страховок не подходить. Оу, щит! Какого черта? Это что за дрянь? Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Какую-то херню она там выпустила. Бегом, бегом, бегом из воды. Это что за твари? Я таких не помню. Так. В смысле? Все, они исчезли, что ли?
Блин, а нам идти только туда. Эта тварь какая-то большая. Оу, щит! Бегом, 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 бегом! Давай, 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 быстрей! Из воды! Жесть! Так, а эти твари, которые она выпускает, они не залезут сюда, нет? Они только по воде могут ползать. Пипец, посмотрите, что это за дрянь вообще. Говно мутировало, что ли? Под воздействием G-вируса. Какой-то дермодемон. Голгофинянин, знаете, как и в фильме «Догма» был. О! Фуникулер. Отлично. На этой штуке мы можем выбраться. Фуникулер. Интересно. Значок Umbrella. В этом, в оригинале, по-моему, тоже на фуникулере гоняли. Так. Что здесь мы имеем? Так, это записка. Копия письма в офис Umbrella. Директор Оуэнс. По всему Нест раздаются сигналы тревоги. Не знаю, что происходит, но я слышу стрельбу и не могу связаться со своим руководителем. Мы застряли в западном крыле. Прошу, скорее пришлите кого-нибудь на помощь. Директор Оуэнс. Ситуация вышла из-под контроля. Нест заражено вирусом. Поверить не могу. Защитные меры не сработали, будто их и не было. Диверсия извне? Единственное возможное объяснение. Но почему? Мэр и Ким мертвы. Никак не могу откашляться. Почему вы не отвечаете? Директор Оуэнсон. Вы? Так это ваших рук дело? Да. Ну, короче, дело. Да, получается, директорат Umbrella. Куда она пропала? Кто пропал? Получается, директорат Umbrella устроила, сами устроили, короче, вот эту утечку. О, еще один шкафчик. Понятно. Надо искать. Код будет. Так, что у нас здесь еще имеется? О, патроны вижу, патроны. Отлично, для ружья. Так. А, вот здесь была Ада, да? Окей. Ниже спрыгнули. Не нравится мне этот звук. Ну же. Ада. Ада. Я иду, Ада. Спасите Аду. Жесть. Жесть. Там кто-то, короче, за этими дверьми. Так, что у нас здесь? Лента? Это что? А, карта канализации. Ясненько, отличненько. Так, можно записаться. Но пока этого делать тоже не будем. Так, что это у нас? Брошюра строителей канализации. Обращение генерального директора. Благодарим вас за интерес к Knights Construction
Company, короче. Дебют нашей компании состоялся более 20 лет назад, и за этот немалый срок нам довелось наладить канализационные сети в лучших городах нашей страны. Но мы всегда следовали двум главным принципам. Вся жизнь – игра, и стиль превыше всего. Компания КСС твердо верит в то, что даже подземная работа должна оставаться верной своему неповторимому стилю. Наши канализационные системы просты в использовании, словно пешка, но их качество не оставит равнодушным даже короля. КСС – выбор победителя. До встречи на поле битвы, гендиректор КСС, почетный член Международного шахматного альянса, почетный куратор шахматного клуба Raccoon City, почетный директор шахматной гильдии имени Фишера, РБ Фишер. Кстати, РБ Фишер, РБФ, может это код для шкафчика? РБФ, надо будет проверить. Так, что у нас? Магнитофон. Давайте посмотрим. Прошу, умоляю, хватит, прошу, хватит, пожалуйста. Не надо, не надо, нет, 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 я здесь, урон поганый. Нет, не трогайте его, не трогайте его. Вирус. Готов поспорить, что его разносят крысы. Да, я же говорил, все-таки теория из... Так, давайте это уберем тоже. Аптечку тоже уберем. Теория из оригинала все-таки действительно как бы... Так, выбросить. Вирус разносит крысы. Вот. Это видно на пленке. Ну и на пленке мы посмотрели то, что про что я и говорил в начале видео, то что Уильям Биркин всех перебил, вот этих спецназовцев. Как открыть дверь в зону У? Я потерял инструкции, где написано, как открыть дверь в зону У. Посреди всей недавней суматохи, как только знаю только, что надо воткнуть по штекеру в каждый разъем. Если кто помнит, какой штекер куда втыкать, прикрепите инструкцию на эту доску. За мной должок. Так, на доску. Найдите штекер. Определенно, ладья и конь на одной стене, а слон и ферзь не рядом друг с другом. И еще, ферзь и ладья были друг напротив друга. Понятно, это головоломочка у нас со шахматами, короче. Так. Устройство берем. Устройство тоже берем. Угу. Так, три у нас есть штекера, а их всего так сколько, 6, да, получается. Один мы знаем где, и еще два надо. Окей. Давайте пока возьмем, да, себе, пускай они будут у нас. Может пригодятся. Или смотрите. Можно, кстати, поставить сразу. Конь сюда. Так, здесь у нас оторвано, тут оторвано. Здесь у нас пешка, да? Пешка. Пешка. Угу. Это кто у нас? Слон. Понятно. Ну, короче, чтобы спасти Аду, нам надо открыть вот эту дверь.
Получается, сейчас запустим мост. Так, ну надеюсь, из воды никто не вылезет. Так, я вижу, там зомбарь лежит. Давайте посмотрим, что там. Травка. Кстати, можно будет скомбинировать сразу. Что за звук? А, драки нет. Так, приспособление какое-то. Т-образная рукоятка вентиля. Ага. Похоже на эту. Вот бочонки там мы такие видели в канализации. С помощью этой штуки, наверное, можно открыть. Для посадки в фуникулер требуется ID-браслет. Угу. ID-браслет у нас у Ады. Короче, надо спасать Аду. В любом случае. Иначе мы в фуникулер не попадем. Квитанция доставки. По адресу, указанному вами при заказе, были доставлены следующий товар. Огнестойкий сейф, одна штука. Кодовая комбинация написана мелом на боковой стенке. Не забудьте стереть надпись, прежде чем приступать к использованию товара. Комбинация на боковой стенке мелом написана. Да и мы сейф-то еще не нашли. Ну запомним информацию, запомним. Что мы где-то пропустили сейф. Повнимательнее надо смотреть. Так, там вот этот чел в зомбаре лежит. У нас ножик есть, да. Можно будет проверить, живой он или нет. Так, дверька открыта. Ага, давайте взглянем. Понятно. Давайте здесь сначала посмотрим. А, вот и сейф. Еще травушка лежит. Так, ну-ка. Падай, падай, падай! Руку ему отрезали и ножик просрали. О, да ладно, можно ножик забрать. Неужели? Ха, первый ножик, который мы забрали из трупа. Круто. Так, это у нас синяя трава. Объединяем. Так, вот комбинация. 2 влево, 12 вправо, 8 влево. 2 влево, 8 вправо, 12 влево, или нет, нет, 2 влево, 12 вправо и 8 влево, наоборот, короче, вот так. О, ложа для дробовика W870. Отлично. Деталь для W870. Повышает стабильность оружия при стрельбе, позволяя стрелять и перезаряжать его одним плавным действием. Крутяк. Теперь у нас крутой дробаш. У нас крутая Матильда, крутой дробаш. Все, что нужно. Thank you.
О, их там двое. Так, один готов. Сейчас... О, граната, блин! Чё я сделал-то? Ой, я тупарь, а. Пипец. Ну, конечно же, он сдох. Гранатой-то, блин. Добил. Пипец. Взял и стратил. Ой, еще один. Че там? Так. Окей. Здесь трава. Там еще у нас проход. Каска. Давайте посмотрим, потом рычаг нажмем. Что-то лежит. А? Ну хоть так. Компенсировали нашу утрату. Одну гранату просрали. А было бы 4. Решетка, отлично. Поднялась. А, ну это начало получается, да? Угу. О, еще что-то. Мы, оказывается, пропустили порох. Пипец, там штуковина. Какая она все-таки жуткая. Жесть. О, нет, еще одна. Пипец. Так, ребят, ладно. Пошли сохраняться. Что-то мне кажется здесь... Добром это не кончится. Сохранимся от греха подальше, короче. Сейчас, сейчас выложим все. Все, что нам не нужно. Так. Травушку. Порох тоже выложим пока. Ну все. Пленку не взял. Ну что, я тогда сохраняюсь и буду заканчивать на этом серию. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Я со всеми буду прощаться. До новых встреч. Всем пока.